Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья, партнеры. И сегодня я хотел бы вам сделать анализ проекта, в котором я состою уже четвертый день, BTC Hump. Что у нас произошло, как работает, аналитику проведем небольшую, по кабинету пройдемся и регистрацию, в принципе. Итак, как оно работает? Сразу говорю, что надо все заполнять на латинице. Заходим на страничку регистр. Здесь полностью мы заполняем свои данные, прописываем здесь логин. Выбираем там любой логин, какой вам удобно. Здесь прописываем свою электронку. Электронка должна быть только на фактически. Я рекомендую всем Gmail использовать. Здесь прописываем пароль. Ставьте пароли надежные. Здесь подтверждаем пароль. Здесь прописываем свое имя на латынице. Здесь прописываем свою фамилию на латынице. Кириллица не подходит. Здесь выбираем страну проживания. Так, ставим страну проживания. Здесь обязательно прописываем номер телефона для вашей связи. Здесь обязательно секретный вопрос, который вам удобен. Ну, там, например, возьмем имя кошки на латынице. Еще раз повторяю, на латынице. Здесь прописываем, скажем, на латынице, как оно проходит. Там имя Сабрит, например. Все. И еще есть вариант, если не хотите имена прописывать, латынью прописывать, можете прописать просто цифрами. Цифры, ответ цифрами. Латынь, ответ латынью. И нажимаем Create Account. Регистрация. Так, как я уже зарегистрировал, оно сразу вас перекидывает на ваш кабинет. Нажимаете Login. Вводите свой электронный адрес, свой логин, свой пароль и нажимаете Sign In. Так, вас перекинуло на вашу страничку. Мой совет для всех, так как я зашел, это очень смешной вход, я посчитал, что мне выгоднее сразу зайти, купить сразу 4 аккаунта. Ну, в принципе, это 4 аккаунта выходит $15, 3 аккаунта выходит 5 долларов, пардон. Если у кого-то есть $5, то вам лучше будет купить сразу 3 аккаунта. Первый, второй, третий, чтобы потом не париться, не бегать по 10 раз и не проплачивать. Ну, у меня было немножко больше долларов, больше биткоинов, я купил сразу 4 уровня. Так, как оно работает? Заходим еще в профиль, смотрим полностью свой профиль. Что в профиле не дозаписано, значит, мы дозаписываем. Обязательно вписывайте здесь в My Profile, вписывайте свой скайп, обязательно. Вписали свой скайп, и всем будет удобно с вами связаться, вышестоящим партнерам. Они увидят, что вы это вы, и на звонок сразу вам ответят. Нажимаем Save, сохранить. Здесь в правом углу можно поменять аватарку, загрузить свою любую аватарочку, нажимаете Change Avatar, выбираете себе аватар, есть такие там разные куколки, или вставляете свою фотографию. Здесь можно будет менять свои пароли, обязательно то, что вы записали, секретный ответ, секретный вопрос, секретный ответ. И тогда у вас есть возможность полностью поменять свои пароли и коды. Вам сбрасывают на электронную почту, вы там подтверждаете, и у вас появляется полностью все новое. Дальше мы смотрим, вам нужно будет загрузить биткоин кошелек. Биткоин кошелек загружается в вкладке Financial. Нажимаете Financial. Биткоин валит. Здесь загрузится такая страничка, опуститесь немножко ниже, пропишите, с какого сайта ваш кошелек, так как у меня на блокчейне, я прописал блокчейн, ниже вставите свой кошелечек, и там также будет секретный ответ для подтверждения вашего кошелька, и оно сразу у вас сохранит все это здесь. Следующий шаг, возвращайтесь на дашборд для покупки уровней.
Так как у меня уже куплено 4 уровня, я еще раз всем говорю, рекомендую зайти лучше сразу на 3 аккаунта. Если у кого-то есть немножко больше денег, то зайдите сразу на 4 аккаунта. Купите, точнее, 4 уровня сразу. 3 уровня это стоит $5, если перевести в доллары, 4 уровня это стоит $15. Это очень маленькие деньги за 4 уровня. Я вам говорю, первый уровень стоит 0.305, это 0.41 цента. Так как вы сделали так, нажимаете полностью уплатить уровень, так как у меня первый проплачен, меня сейчас забросит на четвертый, ой, точнее на пятый. И что мы видим, я попал к нашему админу, как бы наша вся команда стоит под админом, мы будем лучше и развиваться очень быстро. Копируем этот биткоин кошелек. Идем на страничку биткоин блокчейн. И здесь есть получить, есть отправить. Мы нажимаем отправить. В отправке выбираем, смотрим, где у вас деньги хранятся. Здесь кому вставляем номер кошелька. И здесь прописываем сумму. Так как первый уровень стоит 0.305, прописываем 0.1235 биткоина. Это показывает 0.41 цент. Здесь можно посмотреть комиссию ниже, какую снимет у вас блокчейн. Ее даже можно, если у кого-то не хватает денег, можно поменять. Здесь указывает комиссия снятия от вашего платежа. Нажимаем следующий шаг, отправить. Денежка пошла, возвращаемся в транзакции. В транзакциях заходим, где деньги отправлены. Так, нажимаем отправлено. Так, грузится. Вот здесь есть вот такой вот такая черточка. Мы нажимаем на нее. Обязательно копируем транзакцию. Так, первую транзакцию. Возвращаемся на свой кабинет. Опускаемся ниже. Здесь вставляем этот код транзакции. И здесь прописываем сумму. 0.1235. И нажимаем оплатить. После оплаты у вас сразу прокрутится кабинет. И вам покажет система, что код уже в обработке. После обработки кода, это в течение приблизительно 30 минут, у вас появится ваша реферальная ссылка, где ее можно найти. Заходим опять в дашборд, нажимаем, опускаемся ниже, My Link. В моем линке у вас через 20, ну до часа времени, может и быстрее, у меня появилось 15 минут, и уже моя реферальная ссылочка была. Так, MyLink что-нибудь не запускается. Вот, есть ссылка на регистрацию, сразу попадаете на регистрацию от своего спонсора, и есть ссылка на сайт, ну, чтобы почитать, что к чему. И все, вы можете уже работать. Отправляете своим двоим личникам вашу ссылочку, а дальше все, кто под вас будут попадать на вашу регистрацию, будут идти от вас переливом. Как это все у меня выглядит? В принципе, очень просто, легко. Есть рефералы. Здесь можно увидеть, что к чему. Вот так как у меня куплено 4 уровня. Первый, второй, третий, четвертый. Я сразу вижу, сколько у меня уже проплатилось людей. В первом уровне 2 проплатилось, я заработал 0.01. В втором уровне проплатилось у меня 3 человека. Еще один остался проплатить. Я заработаю там сумму ответственную. В третьем уровне уже столько проплатилось. Это видите, то, что я вам порекомендовал. Если вы купите сразу себе 3 или 4 уровня, это доступно всем. 3 уровня это $5, 4 уровня это $15, это небольшой вход. Чтобы вы потом не парились и только заходили, подтверждали себе все. И, в принципе, видите полностью уже, сколько у вас чего и заполняется. Это фактически у меня структура заполнилась за сутки, ребят. Ход небольшой, старт с 0.03 биткоина 5, это смешные деньги. 0.40 доллара, где за такие деньги можно стартануть свой бизнес? Нигде, я вам скажу. Я всем рекомендую заходить к нам,
наш проект BTC Hub. В принципе, как бы я все сказал по кабинету, можно еще будет пошариться, походить. Мои рефералы здесь, можно увидеть полностью вашу структуру. Сейчас, секундочку. List View, как оно выглядит по уровням, есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот здесь вы нажимаете в первом уровне, как бы два человека, во втором уровне вы увидите четыре человека, в третьем уровне у вас должно быть 8 человек, 16, 32, 64. Пошло дальше. Генеалогия. По генеалогии вы можете увидеть глубину полностью от своих партнеров. Всех, кто есть у вас уже в вашем проекте. Вот у меня уже как бы проплаченных 20 партнеров, но здесь есть больше, потому что еще попадают непроплаченные, которых система может удалить через 8 часов. И здесь вот вы нажимаете реферал, да, нажали на двоечку. И у вас полностью структуры начинают открываться в глубину. Вы можете посмотреть каждого своего реферала с структуры. И вот если уже есть проплаченный человек, у него высвечивается его ссылка. Даже вы можете помогать, брать его ссылку и отправлять своим друзьям. Приглашаю всех в проект, хороший проект BTC Hub. С удовольствием помогу вам. Моя реферальная ссылка для регистрации и мой скайп будет указан ниже на канале YouTube. Хочу продемонстрировать полностью маркетинг-план, что и как оно работает. Так выглядит как бы главная страничка. Здесь можно прочитать, что как работает. Нажимаем, как это работает. И что мы здесь видим? Мы здесь видим, ребята, вообще золотой маркетинг, который начинается с, вы не поверите, 0.305. Вот биткоина, это всего, если перевести в доллары, 0.40 центов, 40 центов долларов мы начинаем строить свой бизнес. Где вы такое видели? Что нам для этого нужно? Как оно работает? Покупка уровней, всего их есть 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, но чтобы всем было выгодно заходить и чтобы быстрее строились команды, моя просьба для вас всех в маркетинге покупать, если есть возможность, купить сразу 3 уровня. 3 уровня стоит всего-навсего $5, это копейки. 0.305, 0.309, 0.203, это выходит совместно $5. Если у кого есть чуть-чуть больше, можно купить и четвертый уровень сразу. Четвертый уровень, стоимость его выходит $10. Итого, вместе, если вы купите себе сразу 4 уровня, это будет вообще бомба. Вы не будете бегать по 10 раз, чтобы оплачивать уровни. И люди, которые будут попадать уже к вам, они будут заполнять ваши площадки. Будете только смотреть, как оно работает. Итак, еще раз повторяю, покупка первого уровня 41, 40 центов выходит покупка второго уровня, если в доллары перевести, где-то выходит 70 центов и т.д. Ну, как бы, есть калькулятор, в калькуляторе всегда можно будет пробить, но вместе, если заходите сразу на 3 уровня, это $5, на 4 уровня, это выходит $15, за $15 стартануть, честно, я говорю вам, это вообще очень-очень супер. Я когда увидел этот маркетинг, я вообще обалдел, так как наши люди не богатые, вот, а мы заработать хотят все за такие деньги. Поверьте, структура очень быстро строится. И то, что у нас сейчас происходит, у меня за сутки уже структура очень-очень неплохая. Ну, в принципе, маркетинг, я думаю, тут понятен всем. При вашей регистрации к вам двоих партнеров вы зарабатываете 0.201 биткоина. Это выходит, у вас остается 0.01 биткоин. И за деньги, которые у вас уже есть, вы покупаете следующий уровень. Следующий уровень — это 0.309 биткоина. При входе к вам, заполнении вашей площадки 4 партнерами, вы получаете 0.036 биткоина. Из них уже вам на карман падает вот такая сумма. С этой суммы
с 4 партнеров вы покупаете третий уровень. В третьем уровне 8 человек, он стоит 0.203 биткоина. 8 человек у вас заполняется, вы получаете 0.024 биткоина. Из них вы проплачиваете четвертый уровень, на четвертом уровне зарабатываете 0.224 биткоина. Из них вы проплачиваете 0.15 биткоина, покупаете пятый уровень. На пятом уровне уже начинаются у нас хорошие заработки. Точнее, на четвертом уровне у вас уже заработанных вот с этих четырех уровней уже выходит заработанных приблизительно $50 США. Приблизительно $50 США. На четвертом уровне, покупая с 480 биткоина, вы отдаете 1.80. И у вас уже чистых, уже 3 биткоина, это, поверьте мне, немалые деньги. Это уже приблизительно около $3000. И при покупке шестого уровня за 1.80 биткоина вы начинаете получать 64 партнеров с каждого по 1.8 биткоина. И выход с нашего маркетинга — это 115 плюс 3, это 118 с копейками биткоина. Это очень большие деньги. А так как курс биткоина растет, я всем советую заходить к нам в проект. Мы будем лучше, поверьте. За такие деньги построить бизнес, это реально. Я вам даже не знаю, как сказать, я просто ошарашен таким входом. Зайти на 40 центов и при выходе заработать 118 биткоинов, поверьте мне, это очень хорошо. Даже не жалко просто потерять и поучаствовать в таком проекте. Мой совет, еще раз возвращаюсь, заходите сразу на 4 уровня. Потому что 5 уровень, он уже дороже. Как бы не было, заработаете на 4 уровне, тогда уже смело покупайте 5 уровень. И с заработанных 5 уровня смело покупайте 6 уровень. Покупайте сразу 4 уровня, это недорого, это всего вместе $15 США. Спасибо за внимание. И маркетинг BTC Hump, самый лучший. Спасибо. Смотрите, друзья, я зашел в проект 12 числа. Сегодня у нас уже 17 число. Ну, как бы совсем недолго, 5 дней, да, как работает. Проекту неделя всего будет скоро. Так, дальше мы заходим, смотрим, что у нас произошло за такое время, что я здесь нахожусь. Сколько мы уже, я наработал, как бы, какие мои успехи. Значит, делюсь, вот как бы есть программа, да, я купил сразу, зашел на 4 уровня, и так как это я сделал хорошо, в принципе, с 4 уровней я уже заработал. 4 уровня стоило 0.0184 биткоина. Вот, с них я уже как бы заработал 0.061 биткоина. Как состоит вот все? Статусы: стартер, бронза, сильвер, голд. Мои площадки, которые я за 5 дней наработал с командой, закрылись. Первая площадка у меня уже закрыта. Я пригласил 2 реферала, получил свои денежки. Вторая площадка закрыта уже. Я пригласил реферала, получил свои денежки. Ну, уже пошли люди с переливами. Третья площадка еще не до конца закрыта, но уже 8 партнеров есть. Еще кто-то там не до... Работал немножко, мы над этим работаем. Четвертая площадка, тоже 16 партнеров уже закрыта. Пятая площадка, уже 24 партнера насобиралась, скоро думаю. Вот. И шестая площадка уже насобиралась 28 партнеров. Ну, так что, друзья, это неплохая работа за 5 дней. Рефералов можно всегда посмотреть. My Referrals. Нажимаете на кнопку «Мои рефералы». Здесь есть лист. Открывается лист. Здесь стоят уровни: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. В каждом уровне вы видите своих партнеров. Первых два — это лично приглашенные. Вот видите, люди пошли за мной и начали тоже покупать сразу по 4 уровня, чтобы потом не бегать по 10 раз, не делать операций. Потратили 5-10 минут,
купили все 4 уровня и себе работают теперь только на протонеры и смотрят свои переливчики, и им приходят деньги. Также второй уровень здесь можем посмотреть. Третий уровень, четвертый, пятый, шестой уровень. Если вам нужно будет кому-то помочь, вы открываете уровни, если смотрите, у кого-то нету человек, чтобы быстрее ваша площадка закрывалась, вы можете этому человеку помочь. Ну, здесь видите всех 2-2-2-2, тоже по 2 всех есть. Вот, например, у этого человека один реферал. Значит, берете его реферальную ссылку и по его реферальной ссылке приглашаете партнера. Но тогда эта площадка заполняется. Здесь экспиринг проплаты для вас, кто вам проплатил. Открывается вот такая табличка. Здесь все видно. Первый уровень, кто проплатился. Второй уровень, кто проплатился. Третий уровень, кто проплатился. Четвертый уровень, кто проплатился. Это будет у вас проходить после закрытия каждого цикла. Те же самые люди будут вам проплачивать. Генеалогия. Вы всегда можете увидеть свою структуру в глубину, как оно работает. Вот у меня уже 82 партнера с 6 уровней, да, на них вот я заработал 0,06 биткоина. Чтобы увидеть структуру в глубину, как бы с первого, может быть и по 20, и по 30, и по 100, и по 200 линии. Вот здесь нажимаете реферал и смотрите структуру в глубину, до самого низа. Можно увидеть всех своих партнеров. Вот видите, открылось вот двое партнеров, пригласил двоих, да, нажимаете дальше, двое, и оно открывается дальше. Следующие два партнера полностью по структуре. В принципе, я очень доволен, рекомендую всем, друзья, заходить в этот проект. Еще хотел показать вам на Алексе, как мы лидируем и что у нас творится. Алекса — это сайт аналитический, который показывает рост и ход работы проектов разных. Да? Вот как мы видим, у нас лидирует по проекту Нигерия, следующая идет Индия, следующая идет Италия, потом Африка и потом Германия. Стран СНГ даже еще не видно. У нас только начало, мы только стартанули. Что, друзья, я всех приглашаю. Работаем, зарабатываем, в принципе, здесь доход очень неплохой. Вход всего 0.305 биткоина, это 40 центов долларов. В принципе, я рад. Кому понравилась моя презентация, ставьте мне лайки. Мое приглашение, ссылка будет находиться внизу под видео. Благодарю, удачи. И желаю всем успеха в нашем хорошем проекте BTC Hump. У нас есть скайп-чат. Скайп-чат я тоже оставлю внизу под видео. Ну что, друзья, всем успехов. Я думаю, что даже пусть мы заработаем свои деньги не так быстро, пусть за полгода можем заработать 5 биткоинов, 10 биткоинов. Ну, поверьте мне, оно этого стоит. Вход и бизнес за 40 центов начинать, это, поймите меня, очень-очень смешно. Поздравляю всех, кто решился. Всем-всем-всем пока, до свидания, до следующих встреч.